В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Военного института вооруженных сил, состоялось открытие памятника участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Калайнуру Усенбекову, чье имя и носит этот институт. В мероприятии приняли участие курсанты института, военные и родственники Усенбекова. Светлую память генерал-лейтенанта почтили минутой молчания и троекратным ружейным залпом. Калайнур Усенбеков был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Манаса, медалями СССР, Российской Федерации, Кыргызстана, Монголии, Болгарии и Румынии и другими почетными наградами. Он прошел путь простого солдата, простого курсанта до генерала-лейтенанта. И он всю войну прошел. После войны тоже успешно трудился на благо Родины, в системе ДОСАФ. Поэтому заслуженно он бы как бы, но он это заслужил. Я считаю, что наш коллектив, личный состав военного института достойно несут имя нашего героя. Ежегодно поставляет в ряды вооруженных сил достойных, подготовленных, профессиональных офицеров.